Старт сезона на домашнем поле. «Локомотив-2008» на своей площадке встречал команду из Белогорска. Оба состава дебютировали в ЮФЛ, но хозяева оказались негостеприимно настроены и уже в первую 20-минутку трижды успешно атаковали ворота гостей. Авторами голов стали Тимофей Рогозин, Максим Пантелеев и Тенгиз Самадалашвили. Футболисты из Белогорска старались отыграться. Удалось даже провести несколько атак в ворота «Локомотива». Но безупречно сработал вратарь «Зеленых» Владислав Терехов. Ну, я считаю, вся команда сегодня выиграла. У каждого есть, так сказать, своя заслуга и все эмоции сегодня. За этот матч дубли оформили Тенгиз Самадалашвили и Максим Пантелеев. А хэт-трик на свой счет записал Захар Домашенко. Также успешными атаками отметились Сергей Пехота и Арсений Анненков. Итоговый счет получился разгромным – 10-0 в пользу уссурийского «Локомотива». Выполнили всю установку на игру. Мне кажется, у нас все получилось, но работы очень много. Сезон очень длинный, это только начало. Соперники, каждый непредсказуем, каждый силен по-своему, поэтому будем готовиться к каждой игре, всегда ответственно выходить на победу. Следующий матч для «Локомотива» выездной. Уссурийцы выступят в Комсомольске на Амуре, а домашняя игра запланирована на 1 июня.